Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Давно я не показывала деток своих крабиков «Красный дьявол». Сегодня занималась я чисткой их акватеррариума и как раз немножко, несколько особей отсадила вместе со взрослым родителем для того, чтобы показать, как подросли мы малыши. С возраста в 4 месяца они начали окрашиваться. Стали такими же яркими, как родители. Это крабик называется вид «Красный дьявол». Вот это уже детка, а рядом родитель. По размеру и по цвету практически малыши уже не отличаются. По размеру есть поменьше, есть покрупнее. Не все ровненькие, но уже достаточно хорошо окрашены. Почти как взрослые особи. Живут у меня эти крабики вот в таком акватеррариуме на 40 литров. Содержание несложное. Грунт у меня обыкновенная речная галька. На гальку у меня положены камни туф. Вот такой даже керамический там бережок, скала. Мангровые коряшки, кокос. Разнообразные мостики, так называемые, выступающие над водой, потому что этот крабик живет не в воде. В воде он только линяет и ищет пищу, а основное свое время он проводит на коряках. Посажены у меня вот здесь немножко вот так цветочков. Очень любят они по ним карабкаться. Кормлю я их специальными таблеточками фирмы Тетра, Сера для сомиков, крабиков, а также мотылем, либо свежим, живым, либо замороженным. В террариуме поддерживается температура 26 и повышенная влажность. Я его сверху закрываю плотно стеклом. Оставляю маленькую-прималенькую щелочку. Здесь у меня работает вот такой фильтр-фонтанчик. И я даже, в общем-то, не опрыскиваю. Достаточно хорошо поддерживается влажность с помощью этого фонтанчика. Эти малыши у нас родились уже, детки, в Санкт-Петербурге. То есть при таком содержании они не только растут, живут, но еще и плодятся. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Кто подписан, оставайтесь с нами. Будем дальше наблюдать, как будут развиваться детишки крабика «Красный дьявол». Всего доброго, до новых встреч, до новых видео на канале питомника Мария Мистик.